Go. Фан-арт for готик. Фан-арт for the готик. Yeah. Фломастер офигенно рисует. Этот фломастер тоже. Карандашиком сейчас. Смотрите на мое напряженное лицо, блин. Ну, какие губы там, скривляю. Блин, криво. Лопасти рисую, ну ладно. Кеннеди, Буреми, Айнат, Ремереди, Буреми. Айнат, Ремереди, Буреми. Пакет. Кетамин, метамфетамин. Что, хватает места? Хватает. Pocket of the enemy and the enemy. Просто карандашом нарисую, может быть. Нужно быстренько нарисовать, пока там место не закончилось. Это просто так, каждый день буду рисовать потихоньку, тренировка. Здесь все камнями так прочно уложено, фундамент.
Это я сам придумал. А может и нет. Перспектива не очень получилось, ну ладно. Перспектива, перспектива, блин. Лучшие работы выбросили мои в училище Суриковском. Ладно, не буду ныть. Амбар, где спят рабочие. С хрена ли они там спят, если они должны спать в домах нормальных? Ну ладно, там тепло. Амбар, амбар. Здесь должно быть вообще поле, где выращивают. Что я не рисую поле, где выращивают всякую свеклу там. Все такое. Цельности у меня здесь нету. Вот в чем проблема. Так. Всего 9 минут прошло, нифига себе. Packet to the enemy, metamphetamine. Ketamine, metamphetamine. Башня сервис у меня все страннее и страннее получается, чем было раньше.
Блин. Как-то она все хуже и хуже получается, наверное. Какая-то хрень произошла со мной. А, да, дом же надо прорисовать. Тут еще много чего рисовать, блин. Я хочу быстрее закончить, потому что может разрядиться. Еще нужно ручкой там. Короче, быстрый набросок сделаю, очень быстрый. Что, елки стрёмные, да? Да. Бар, блин. Рабочих надо нарисовать хоть. Хотя бы эти. Характерные для... Что снимает? 12 минут всего, я думаю, уже 40 минут прошло. А, теперь буду ручкой. Get full of ketamine. Bucket full of ketamine, methamphetamine. Это песня из Lil Peep, это не мои слова. Телефон заряжается. Ладно, не впервые.
грядки нарисую здесь на горе. Типа выращивают там что-то. Сейчас, блин, бы. Сейчас бы мощный этот маркер или ручку мощную. Ни хрена. Блин, задел головой. Вам, наверное, уже надоело, что я одно и то же рисую, да? Понимаю. Я занудливый, да. Никто не водится со мной, потому что я пахом, метафизический гном, зануда, тот еще, не умею рисовать ни хрена. Они настолько офигели от того, как я хреново рисую, что даже попросили кого-нибудь нарисовать чуть получше. Но только если он сможет в комментарии скинуть. Но я постараюсь развиваться, и я буду рисовать. Буду рисовать каждый день, и как смогу. Пока что херня получается. Но ничего. Что там снимает? Так, сколько тут? 18 минут. Сейчас посмотрю. О, нормально. Маша, если можешь, пожалуйста, сделай перевернутое и ускоренное видео вот этого под музыку. Хоть здесь и не в цвете, но все равно хоть что-то.
Пережался локоть немножко. Да, это так фигня. Понятно, что эти рисунки никто не будет покупать. Как тут еще прорисовывать? Что-то медленно выходит. Уже темнеет. Сделаю часы здесь такие, типа, если получится. Что ж ты вздыхаешь, старший? О, девушка просит, у меня девушка, 3 года. Вот вздыхаю. Походу никогда не будет. Я русский человек, воспитан так, что без девушки я умираю.
25 минут. Уже темнеет. I'm so alone. Можно написать alone. Alone. А, не вошло даже. Такой некачественной прорисовкой. Так себе. Чепуха получилась. Уже сфотографировать не получится, потому что темно слишком. Быстро сейчас я рисую просто так, тяп-ляп. Быстро сейчас так на отвали нарисую. Быстро. Простите. Тяп-ляп получается. Что уже не могу время тратить. Hilbert Firm, Alone, Alonin. О, 29 минут, сейчас я как раз быстро успею. За 30 минут. Деревце. Прорисуем.